поймут, понимают меня в основном. А ты сербка, значит, у нас. Сербка, полноценная, да? Прям, ну, полноценная, я имею в виду не это, там, руки, ноги, там, я имею в виду. Ну, в смысле, да. Сербка-сербка прям. Сербка-сербия и родилась тут, туточки. Угу. Чем занимаетесь? Как ваше ничего? В жизни, что ли? Распиздяйство. Распиздяйство полное. Отлично. Отличное занятие. Нравится? Нравится. Очень нравится. Нравится, не нравится, терпеть, красавица. В принципе, занимаюсь тем же самым. Ну, молодец. А что еще делать? Согласен. Да. Ну, я думаю, нашим зрителям нравится распиздяйство наше. Так что. Нашим? Нашим. Ну, мое, твое. А, если об этом речь, то да, да. Ну, ты стример или нет? Да, да. Да, да, есть такой игрок, да. Ну, так сказать, бездельник, сижу, побираюсь, все дела. А! Ну, да. Ну, как еще? Ну, да. А как иначе? Как еще? Как еще? Вообще-то. Так и да. Че, пьешь пиво? Пивасик. А я всегда пивасик пью. Я, по-моему... Нормасик. А я не люблю пиво. По тебе видно. Слышь ты. Ну, так сказать, не было бы, ну, то есть, было бы вернее. А, да. Чтобы было, а чтобы не было. А что ты пьешь? Сейчас покажу. На данный момент апельсиновый сок. Угу. Не могу прочитать, что там написано, но да. Ну, там апельсинчики белые. Угу. Это я увидел, это я различаю. Хотя это могут быть мандарины еще какие-нибудь. Смотря как что порежешь. Дипс. Хотя можно в нее добавить водку. И будет отвертка. Ну да. Да. И получится, кстати, интересный стрим. Что? Самое плохое сочетание, на самом деле, апельсиновый сок с водкой. Почему? Цитрусовые сильно разжижают кровь, и ты из-за этого сильнее и быстрее напиваешься, и у тебя будут из-за этого проблемы с сердцем. Ну, ну, а смысл? Чтобы сдохнуть. А. Напиться, забиться и сдохнуть. Молодец. Отличная, отличная мысль. Знаешь, мне кого напоминаешь? Кого? Видела, может, ну, наверняка видела это. В Ютубе есть такая испанка Бланка. Нет. Нет? Блин. С ней очень много шортов прикольных. Это ты по манере общения на нее похожа. О, она на русском говорит или на своем? Она чуть-чуть на русском говорит. Она типа замужем за русским. Ага. Ну вот, да. Да, чуть-чуть так, чуть-чуть так. Ну это круто. Ведь замуж за там иностранца и не знать его язык вообще не ссорится никак. Ну это да. Можно его материть. Особенно с родственниками не сложится, которые вообще ни хера не знают. Ну да, можно там прикидываться, а я-то не понимаю. Вот я, у меня парень русский, я старалась с ним материться перед его матерью. Но однажды я его крикнула одним словом таким плохим на «п» букву. И он такой: ты сказала это, может быть, она услышала, я скажу. Я говорю, я скажу, это на сербском означает хорошее слово. И вот тебе отмазка. Гениально. Гениально, пиздец. А чё? А сколько тебе лет? 27. 27? Да, тебе. 35. Да шучу ты чё? Да за что? Да за что ты мне такой? 29, хорошо. 29. Я только что угадала. Да, ну за что 35-то, блин? Да я пошутила, хотела немножко, чтобы тебе это дернулся. Ты же пошутила. Чтобы немножко, как говорится. О, ну круто. А где мои? Эй, кошки? Эй, уйо. Подожди, блин. О, у меня для таких ушек есть масочка. Ага. Тю-ти. Правда, она сразу с ушками идет, с такими, да, тоже.
Да, есть такое дело. Ну, БДСМ немножко. О, да. А наручники? А наручники? Нету, не. А этот, как его, кнут? Плеточки, блин, давно просят, знаешь, плетку купить, но что-то забываю постоянно об этом. Зрители, что ли? Да. А кого будешь это дубасить? Это мы посмотрим. Кого-то приведешь? Возможно, Богдана. Господи, помилуй. Да у меня вообще... Гусь. У всех гуси, блин, на этой рулетке, только у меня нет гуси. Это ладно, гусь. У нас есть щука. Чё они так реально влез? Почему нет? Эта щука такая длинная вообще. Она, да, она 2 метра там. Что-то она здоровая, капец. Подожди, а как твой канал называется вообще? Ну что, я скажу, да, я не хочу у тебя рекламиться, зачем? В смысле? Рекламить? Ну, потому что я не смогу в ответочку ничего дать. Не-не, я хочу просто сделать потом это нарезку и отметить тебя. А, турбо-сова, блин, по-английски в одно слово. Турбо-сова. Да, я могу тебе, если хочешь... Я тебе могу написать лично. Хорошо. Сейчас, подожди. Мудрый, Ангелочка, Николай, кто не спит, Стертоныч, турбосову найдите и киньте ссылочку. Буду очень благодарна. Я говорю, мне проще на самом деле лично тебе написать. Как бы у нас контакт с тобой довольно имеется по факту. А где? Через Свету. А, ну хорошо. Ну да. Контакт так-то. Есть. Да, так вообще, это элементарно делается. Сейчас, подожди, секундочку. Мне кинули ссылочку турбосову. Хочу сделать, наверное, нарезку. Интересно. Интересный это разговор получился, забавный довольно. Ладно, подписывайся. Вот, если бы я делал нарезки, привет от Мики. Привет, Валентин. Если бы я делал нарезки из всего, наверное, у меня бы было бы намного больше людей. А ты как часто стримишь? Ой, по-разному на самом деле. Ну, я работаю неделю. Вот. Ага. Потом пытаюсь стримить неделю. Ну вот. Как-то так. Вот ты ответил многим людям. А почему вы не работаете, например? А как совмещать стримы и работу? Ну и, кстати, на этой неделе работаю. Если вот. Что, тоже я после работы зашел. Да, зашел после работы, но это зависит, где ты работаешь, как говорится. После работы ты не дашь этот потенциал, как когда ты вообще не работаешь. Да, само собой. А все хотят, ну, посмотри, ты пришел с работы, ты хочешь что-то посмотреть, да, иногда отдохнуть, пока кушаешь, что-то посмотреть на YouTube или что-либо, да? Всем хочется контента, ну, конечно. И тебе привет, брат. Еще два привета пришло. Ух ты, нормально. Я просто запустился, блин, сегодня. По факту еще даже часа не прошло. Очень поздно. У меня просто никого сегодня не сидит, и, в принципе, это ожидаемо было. Послушай, вот поздно, не поздно, люди-то сидят, они же врут. Люди... Это поздно там. А там 400 человек, например, сидит у каких-то стримеров, а где-то 1000. Ну это да. Это 1000 не спит, ну, значит, кто-то у тебя тоже не будет спать. Это такое, да. Поверь мне, есть люди, которые, может быть, ночью работают, им же хочется, например, всякие там сторожи и так далее, им же захочется что-то смотреть там. У меня сторожи на парковке.